Окончанием существует сайт по продаже аккаунтов, который не банится. И таких ужасно. Сайтов, ну, очень много, но мер не принимается примерно осуждаем никаких. Осуждаем продажу, передачу аккаунтов. Хотя возможность носить подчистую такие вообще. Проекты у них есть. Иван, нельзя. Автор сайта с гайдами и статьями FortniteFan.ru, неоднократно отправлял жалобы на подобные проекты. Вот FortniteFan реально жалко. Был же вообще безобидный проект. Просто безобиднейший проект, который помогал людям заданьки выполнять. Всем привет, с вами Александра. Всем привет, с вами Александра, и сегодня мы посмотрим, как выполнять задание «Найди три зубы на карте». Ну, типа, за что их вообще, ну, это же были максимально безобидные и приятные ребята. Я помню, когда в Fortnite начинал играть, я прокачивал БП с помощью их гайдов. Я несколько раз их сайт использовал для роликов, у них были карты за все сезоны на сайте, у них были всякие разные базы со скинами, сколько эти скины стоят, какой они редкости, я у них с сайта инфу брал. Блять, за что? До сих пор живы. Не так давно, кстати, Ваня решил сделать у себя на Твиче такую модную штуку, есть, да, как но скины за баллы. По факту но они так теперь с этого ничего не получают, если забрали код автора. Как в этом комьюнити бан может прилететь буквально за что угодно, перед вводом такой фишки он решил уточнить у поддержки, а не нарушит ли он этим какие-то правила. Спустя время ему приходит ответ, что ему стоит... На этот проект Маканак был типа контент у них и забрали совпадение. Я на самом деле смотрел Fortnite Fan всегда, потом однажды увидел Маканаку и такой, я, так если есть Fortnite Fan. Ну, типа, без негатива к Маканаке, я с ним не знаком. Вопросом обратиться в поддержку Твича. Постойте, что? Причем тут Твич? Вопрос лишь в том, нарушит ли он какие-то правила эпиков. Никакого ясного ответа так и не последовало. Пиздит контент про то, как выполнять задание. Иван подумал, получается, что раз поддержка не сказала, что это запрещено, можно вводить баллы. Ввел баллы, а получил поеб. Как итог, минус тег. Уже классика, так сказать. А у этой же шайки легионовцев такая система была введена давно, но прямо перед тем, как за это стали прилетать баны, удивительным образом эта система у них испарилась. Magic.